пальто все возрасты покорны. Позвольте мне так перефразировать эту известную мысль. Действительно, пальто, вернувшись на модные подиумы несколько лет назад, не сдает своих позиций. Это рубрика «Модные истории». Сегодня выбираем теплое, уютное и, конечно же, стильное пальто. Как и многие другие вещи, пальто перебралось в женский гардероб из мужского только в 19 веке. И до последних лет практически не менялось. И только неуемная фантазия дизайнеров современности раскрасила пальто во все цвета радуги, укоротила рукав и придала воротникам самые оригинальные формы. Лет – возраст для экспериментов. Время пробовать разные цвета, принты и фасоны. Рукав три четверти не обязательно прикрывать перчатками. Эффектно смотрятся и длинные рукава свитеров контрастного цвета. Иногда молодым девушкам нужно выглядеть более взросло и солидно, например, при устройстве на работу. В любом случае, элегантное пальто прямого силуэта уместно в любом возрасте, а яркий цвет не позволит затеряться в толпе. Женщина более зрелого возраста обычно уже знает всю цветовую гамму, которая ей идет, и по-прежнему может позволить себе любой фасон. Хотя, конечно, наиболее выигрышно смотрятся элегантные модели свободного кроя. Знаменитый орнамент «гусиная лапка» пришел к нам из ветреной и холодной Шотландии. И вплоть до середины 20 века оставался достоянием лишь британских островов. Долгое время принт считался уделом пожилых леди и джентльменов. И только в начале нулевых, когда такие мэтры, как Марк Джейкобс, Луи Виттон и Армани прогуляли по подиуму вещи, сплошь усеянные лапкой, принт реабилитировался и омолодился. Шарм, изысканность и утонченность. Все это можно сказать о зрелых дамах, не забывающих о себе и о своей внешности. Классические фасоны, грамотно подобранная длина и удачное сочетание с аксессуарами. Вот секрет вечного стиля. И, кстати, столь смелый красный цвет тоже уместен. Пожалуй, ни одна другая вещь не строит силуэт так, как это делает пальто. Поэтому ищите, выбирайте свой фасон и будьте этой осенью самыми красивыми. Теперь у торгового центра 21 век есть официальный сайт. Здесь вы узнаете, какие скидки и акции проводятся в отделах торгового центра. Легко найдете нужный отдел и его расположение. Адрес сайта нетрудно запомнить. 21век12.ru. Торговый центр 21 век – это 5 этажей потребительского изобилия. Здесь каждый найдет что-то для себя. Товары для дома, спортинвентарь, все для рыбалки и охоты, оригинальные подарки и сувениры, ювелирные изделия и бижутерия, телефоны и компьютеры. Компьютерная техника и, конечно, одежда и обувь для детей и взрослых на все случаи жизни.